жарко. Тигран, как истинный армянин, повесил, покажи кондиционер, но он его не включает. Включите кондиционер. Нет, я сказал, он вредный. Ну, откройте хотя бы окна. Сейчас окна откроем, все подумают, что у нас денег на бензин нет, чтобы кондиционер включить. А, так это еще из гаража твой старый? Да. Ну, конечно.